на моей руке. Каким образом можно захватывать, там, переходить по руке, если нужно. Да. Окей, еще раз первое. Да, двухфазное движение мы проигрываем в два раза. Да? Особенно, вот мы сейчас это смотрим просто на статичной руке, когда рука чуть-чуть динамичнее. Понимаете, да? А, сбиваю? Ага. Да, да, да. То есть более мягкое движение должно быть в этом. Оно должно. Не-не-не, смотрите. Сейчас вот давайте руку. Как только я начну действовать, отдерните руку. Нет, нет, отдерните свою руку. Вот понимаете, да, еще? И теперь. В чем разница? Ага. Почему? Открыта уже рука. Открыта рука. Значит, здесь не надо какое-то лишнее движение делать, сразу же вцепляется, да, рука? Не-не-не, дело не сразу. Дело в том, что если у нас две фазы движения, или три иногда бывает, да, вот для примера я просто покажу вам что-нибудь простое. Ну, например, как в фанзе, например, работают три сразу движения, да? Да? Почему три движения могут быть быстрее, чем одно? А, сразу же они идут из одного вытекают в другое. Из одного вытекает другое с одной стороны, но с другой стороны, смотрите, вот, например, в показанном случае мы проигрываем по расстоянию очень сильно, да? То есть, если мы сложим расстояние трех наших действий первых, оно явно будет значительно больше, чем просто, вот, например, отдергивание руки или просто, например, удар вперед любой, да? Это, и все равно мы выигрываем почему-то по времени. Почему это происходит? Это вопрос векторов. Вот смотрите, вот мое движение в сторону, перпендикулярно вашему вектору, да? Вы очень легко действуете в обратную сторону, мне нечего сказать. Когда я действую в том же векторе, что и вы, да, мне вообще все равно будете убирать руку. Будете в это время двигаться на меня. Нет. Да. Понимаете, да? Да. Разницы нет. Я и хочу сказать, что у правшей левая рука прекрасно работает всегда. А правая забита. А, да-да-да, совершенно верно. Теперь наоборот, навстречу. Да? Ну давайте как раз сейчас сделаем левое к левой. Ну, то есть вот так вот, да, перекрестный взгляд. Значит, очень медленно я веду. Ваша задача вдоль моего вектора идти. Или в одну фазу,
Да, теперь мы берем снизу. Искать какое-то удобное положение, значит, все, мы уже потеряли эту ситуацию. Поэтому, если уже взяли, значит, сразу работаем. Если соскочило, значит, работаем уже как еще. Немножечко на себя работаем. Следующий рычаг, когда нам нужен, я накомандуюсь, да, вот. Значит, каким образом он выполняется? Если мы разведем все эти фаланги плоскостью цинка, we'll be right back.
Рычаг здесь остается. Оставляем точку опоры. У вас пальцы гибче. Не-не-не. Просто ваши сейчас соскальзывают. Это нормально, в принципе, сейчас жарко довольно. Сейчас, секунду. Давайте так. Вот основанием самым этого хвата, вот сюда упираемся. Давайте попробуем. Вот так. Во! Все. Ну и вот теперь, да, самое простое, что у нас может быть, у нас либо эти ручейки, либо обратная ситуация, когда мы прихватываем теми же когтями, да, прихватываем любой из пальцев. Давайте попробуем, то же самое простое ручейки. Возвращаемся к нашему.